нас абсолютно абсурдный и сумбурный. Он абсолютно бессмысленный. Председатель комитета «Гражданское содействие» и известная российская правозащитница Светлана Ганушкина рассказала в интервью CAAN о положении мигрантов из Центральной Азии в России и влиянии последних событий в стране на них. Мигранты не подвержены радикализации, считает правозащитница. Я не сталкивалась с радикализацией мигрантов, а только с возрастающим страхом перед полицией, националистами и вообще населением и ситуацией в России, заявила она. Пизда рулю. Светлана Ганушкина также прокомментировала теракты, произошедшие в Санкт-Петербурге, и последовавшую за этим травлю мигрантов из Центральной Азии. Все выходцы из Центральной Азии. Думаю, что пока доказательств этой версии нет. Напротив, есть большие основания подозревать фальсификацию. Регулярные облавы, суды, выдворения, даже при наличии необходимых документов, избиение, фальсификация уголовных дел, главным образом по обвинению в экстремизме, подложенным наркотикам и оружию, прогнозирует усиление давления со стороны властей на трудовых мигрантов правозащитница.